20 апреля 2019 года. Хотел показать, вот очень на прилетке внизу, сколько внизу пчел. Было похолодание, пчелы сидели. Ели нектар. Это происходит только в одной семье. О, видно. То есть потравили мне семью. Кто-то каждый год у меня одна, две, там три семьи носят от кого-то. Кто-то травит деревья именно по цвету. Каким-то ядом. Какой-то идиот, короче, цветущие деревья каждый год травит. И вот что творится, видите? Это все мертвая пчела. Вот. И при похолодании, получается, они в клуб сбились, ели этот потравленный мед. И посыпалась, короче. Большая часть семьи. Хорошая была семейка, номер 10. Такая средненькой силы была. Сейчас я сниму. Вот, сколько подмора, тут это они с учетом того, что выносили. Я сейчас поднимал, уже смотрел. Тут есть еще пчела осталась, но совсем мало. Какой-то гад. Каждый год в это время, когда цветет груша, яблоня, черешня, вишня, в это время какой-то гад каждый год травит. Здесь где-то. Это, ну, то есть из 11 семей только одна сейчас потравилась. Это говорит о том, что именно к одному, на какие-то пару деревьев буквально, летали эти пчелы и нанесли оттуда этого яда. И так совпало, что еще похолодание было, и они ели и очень сильно обсыпались. И так обычно я это фиксирую тем, что, ну как, замечаю, что подмора у этих семей больше, и прыгает пчела такая, ну видно, распухшие брюшки, переворачивается на спину, дрыгает лапами. В общем, признаки отравления. А это именно я не увидел этих признаков из-за того, что дня три где-то пчелы не летали практически. Сидели в клубе из-за похолодания, и вот она, короче, сразу наглядная картина. Вот это, а сегодня летали, вот они сегодня выносили. Забили под мором литок, сейчас буду чистить. Сейчас покажу, что происходит. Вот такие вот сволочи бывают, травят. Вон, показываю. В общем, там все дно, вон, видно, сколько подмора. Это, в общем, процентов 80 семьи осыпалось. Сейчас покажу. Вон там остаток пчел остался, вон. Все. Ой. Скачало. Процентов 20, короче, пчел осталось. Все. Процентов 80. Семья легла. Даже личинку выбрасывают. Много, потому что не могут обогреть теперь. Из-за потравы жесткой. Вот так вот, видите, он что-то здесь. И он показывал, там видно. Я сейчас уронил просто, сейчас пчела посыпалась вниз. Сейчас прочищу литок, чтобы было у нас. Не знаю, выживет, нет. Обычно выживали, но, блин, если бы не это. Если бы они хотя бы летали, просрались бы. Ну, а тут короче, у нас вся молодая практически пчела лежит. Вот. Вся молоденькая пчелка, куча нелетная, летная. В общем, все тут лежит. Ну, какое-то дебилоидное тут живет где-то. Рядом в селе, которое каждый год травит нам пчел. Идиотина какая-то, блядь. Ладно. Спасибо за просмотр. Всем пока. Дай бог, чтобы у вас такого не было на пасеке. Таких соседей идиотов, блядь.